Сочи 65 ТОСов. За последние 20 лет их деятельность стала более активной. Это отмечают и власти Сочи. Охрана общественного порядка через создание добровольных народных дружин – это результат работы ТОСов. Мы говорим о том, что сегодня особое внимание уделяется санитарному состоянию города, благоустройству города. И, конечно, мы даже на планерке сегодня раз в месяц приглашаем председателей ТОС, из которых спрашиваем, каким образом они воздействуют на домкомов, на управляющие компании в плане поддержания чистоты и порядка. Естественно, для нас очень важен имидж города, и за этот имидж города несут ответственность тоже ТОСы. В день рождения советов ТОС было решено собраться на Мацесте. Именно этот район, а вернее совет ТОС Мацеста, в 2014 году был признан лучшим в крае и получил премию в размере 500 тысяч рублей. Эти средства были направлены на благоустройство Теренкура. Каждый человек, живущий в нашем микрорайоне и, наверное, в городе, говорит: я люблю свой город, я люблю свой Сочи. Мы на самом деле любим, потому что мы живем в городе сказки. Просто некоторые, возможно, этого не замечают. У нас такой красивый город. У нас редко встретишь курящих, там еще что-то. У нас люди идут, улыбаются, они друг другу радуются. Не любить наш город просто невозможно. За любовь жителей к Сочи глава города отметил каждого общественника. Ведь обычная работа с населением стала настоящей школой самоуправления, которая дает результаты. И сами люди отмечают положительную тенденцию взаимодействия местной власти и тосовцев. Мы видим, что дома отремонтированы, стали красивые фасады, значит, школы, детские садики. Ну, стало намного комфортнее. То есть город приобрел такой, на самом деле, вид города-курорта уже. Транспортное какое обслуживание сейчас прекрасно. Просто проехать, если из хоста до центра, сейчас одно удовольствие. Вместо маршруток стали комфортабельны современные автобусы с кондиционером. Доехать это просто без пробок одно удовольствие. На праздник, а их советы ТОС проводят часто, собрались и дети. Ведь само название мероприятия «Лето» навсегда подкупает. И в последний день августа совсем не хочется думать о школе. Но ребята все равно уже завтра сядут за парты. А у взрослых есть возможность посостязаться еще в одном конкурсе на самый лучший дворик, который объявлен ко дню города. Уже сейчас ТОСы могут подавать заявку на участие в городском состязании по благоустройству. Елена Овсецна, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ.